Говорят, що машину витягли. Машині з живу машину. Голову перевернули на рейку. Я шкода скажу, що ні в тому машиніста там взагалі не було. Не знаю, насчет машинистов, но походу в машині точно нікого не було. А де, кстати, этот Урал? Ну вот колесо, кстати. Да нет, это одна. Две электрички или одна? Одна. Ну там... Да, машина говорила, Урал на две части. Да, он куски валяется. Короче... Ебануто. Смотрите на провода, не наступите. Если на провода носит, то ничего страшного не будет. Кусок машины. Вот, не задели? Где-то там стояли. Не знаю. Да, так аккуратно, это ж провода. Да, тут напряжение уже давным-давно не было. А я на антенку не могу. Где вы? Ну что тут? Что известно? Да ничего, ты. Так две столкновения? Одна. Это просто одна железная. На постах, идите на посты, не идите сюда. Следы пожара. Часть Урала. А вот и сам Урал. Thank you.
не з проводами. Як? Не вижу. Бумажку же так. Бумажку передиви, вытаскивай. Так. Олег, а что там? А в Урале был кто-то или нет? Да не вроде. Давайте сюда бумажку. Технического состояния. Это вторая машина. А чего? Это состояние. Вы, смотри, привет. ВЧМ-0125, да? Он каска лежит. С той машины я вынимал бумаги, но бумаг там не осталось бы. То есть это другая машина. А уже документы есть на машину, пацаны, все нормально. А сравните, кстати, номер двигателя вы должны быть, надо проверить, это кто не принял. А, вот. Номер двигателя, дайте. Вот, я попробую понять. Он есть в своем начале, что-то похоже на какие-то. Ну не факт, что это от этой машины. А? А там написано номера рамки. Ну, я с другой стороны поезда, там, где основной Урал находится. Сейчас пойду в вашу сторону. А? Да, я его снял на видео, покажу вам. Развороченный Урал. Алло. Ну да. Это военный Урал. Это тот. Да, это тот самый Урал. Все, короче.